По всей республике продолжаются выпускные. В Тираспольской школе номер 14 аттестаты получили 23 выпускника. На праздник приехала заместитель председателя Верховного Совета Галина Антюфеева. Она пожелала выпускникам выбрать правильную профессию и быть полезными своей стране. У них все получится в жизни. Эти ребята найдут и выберут правильную дорогу, правильную профессию. И ими будут гордиться их родители, их семья. Они прославят вас, дорогие учителя. Они прославят нашу республику. И я спокойна за то, что у нас в стране будет все хорошо, когда есть такие прекрасные ребята. Я от души желаю вам, чтобы ваши мечты сбывались. Эта столичная школа уже несколько лет подряд показывает отличные результаты. В этом году из 23 выпускников 8 медалистов и почти все золотые. Мы хотим сказать спасибо за ваш труд, за душевность и мудрость. А в Бендерах в ДК Ткаченко собрали выпускников сразу трех школ – 15-й, 16-й и 17-й. Для них устроили большой праздник с концертом и красной ковровой дорожкой. Поздравил выпускников председатель Верховного Совета. Отдельно Александр Коршунов поблагодарил учителей и родителей. Сердце наполняется радостью, гордостью за нашу молодежь. Дорогие выпускники, вы действительно наша гордость. Вы действительно красивые, вы действительно креативные, смелые, умелые. Я вас всех люблю. Люблю от чистого сердца. Почему? Потому что вы наше будущее. Вы наше все. Вы нас смените. И мы будем этому очень рады. Александр Коршунов вручил выпускникам аттестаты, медали и благодарственные письма. Выпускники исполнили школьный вальс, а затем на улице, прощаясь со школой, выпустили в небо десятки шаров.